Семьи для незрячих и слабовидящих людей организовали аудиовыставку, посвященную великому Абаю. Таким образом, приобщить к литературе горожан с особыми потребностями решили в специализированной библиотеке. На выставке можно было услышать не только труды самого Абая, но и статьи о нем из газет и журналов, а также переводы его произведений. В рамках реализации программы «Рухани Жанхуру» между спецбиблиотекой и городским дворцом культуры заключен меморандум о сотрудничестве. Его цель – увеличить фонд библиотеки на государственном и русском языках. Мы поставили себе цель записывать аудиокниги в специальной студии. Для озвучки пригласили дикторов и актеров. В настоящее время специализированная библиотека проводит опрос среди своих читателей. В зависимости от спроса будем производить аудиокниги. Сегодня это книги об Абае Кунанбаеве. Мы же свободно пойти погулять никуда не можем. Мы в основном сидячие люди. Дома сидим. Нам нужна информация всегда. Поэтому очень большая работа проделана. Замечательный день сегодня. Я очень рада, что вот такое событие у нас произошло.